вот увидели проблему, что опорный подшипник порвался, получается, ушел в сторону. То есть внутри вон видно, что он порванный. И думали, искали стук, не знали, где найти его. Но нашли, когда открыли капот, просто посмотреть, лампочки поменять. А увидели такую вещь, что стойка ушла в сторону. Вот если вот в таком положении, в ракурсе, видно сразу невооруженным глазом. Если посмотреть на ту, ну ту неохота открывать. Ну ладно, попробуем открыть, сейчас посмотрим. Эх, вот стоит по центру, все как положено. Опорный подшипничек хороший. Что-то упало. Что-то. Рулит. Вот так вот. Пистолет. Вот пошел таки. Нам повезло, нам повезло. А теперь второй не будет. Палочка-выручалочка. На, пропусти потом. Тихо. Стоять. Беглец. Главное сорвать. Главное сорвать. А дальше ты что там, цветы собираешь? Кто? Сорвать и не сорвать. А, ну в поле ягодки сорву. В поле ягодку найду. Не, можно я такие ягодки? Сейчас еще, значит, попробуем стянуть еще. Так, в принципе, не обязательно. Сейчас самое главное снять его в этом положении. Хорошо, работаем. Да ты гляди, Ника. Аня, пошла. Пошла. Ура! Ладно, я пошла. На сторону. Да ты гляди, какая. Не забыли. Чего так тянут? Та-дам! Оторвала шайбу. Угу. Она не должна так... То она и стучала, как я не знаю, погремушка. Должна плотно все стоять. А она. Заводская, а нет? Это заводская. Вот это как раз ага, заводская. Ага. Зачем? Так вот. Ну это мы можем и затянуть там. Уже на месте. Спринт. А, так. Пока мест так. Буду хватать не достал. Вот теперь его поставить на место надо. Хотя... Сейчас мы подождем. Наживем. Все, победили, ура! Ну все, все поставили, все поменяли, выровняли. Все теперь так, как должно быть. Колесо тоже не забыли. На месте.